Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд не творческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, так немного посидела и ушла. У ней имелись веские причины. Я не имею права на нытье. Представьте, муза ночью у мужчины. Бог весть, что люди скажут про нее. И все же мне досадно одиноко. Ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у блока. У Пушкина жила, не выходя. Я бросился к столу весь нетерпение. Но, Господи, помилуй и спаси. Она ушла, исчезло вдохновение. И 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому. Но бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох от горя, да и я иссяк. С соседями я допил и с друзьями. Для музы предназначенный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно, по-английски. Но от нее остались 2 строки, вот 2 строки. Я гений, прочь сомненья. Даешь восторги, лавры и цветы. Вот 2 строки. Я помню и это чудное мгновенье, когда передо мной явилась ты.